Ну вот, наконец-то я добрался до шлюза. Вот он. Сейчас покажу его. Вот мой велосипед, лопата. Вот моя тачка с соломой. Написано НВЛ. То есть Надежда Васильевна Лапкина. Это ее тачка. С Божьей помощью добрался. Вон там видно, вон где эти вот столбушки стоят. Это там проходит этот у нас первый мостик. А там вдалеке он виднеется, деревня, крыши домов. Вот, что я сейчас буду делать? Сейчас покажу, в чем заключается фронт работы здесь. Здесь вот идет вода. Вот она проходит. А тут у нас загородки были сделаны, но что-то все порушилось. То ли сломалось, то ли братья сделали так, чтобы вода проходила. Не знаю, пока еще не спрашивал даже. Вот моя задача — остановить вот эту воду. То есть здесь накидать камней, глины, соломы, вот, чтобы вода не шла, чтобы сохранилась, чтобы там уровень воды был побольше, чтобы можно было запустить рыбу, и рыба могла зиму перезимовать. То есть в этом вся задача и состоит. Сейчас вот начну эти камушки подтаскивать. Здесь вот, например, вот в эту яму камни закину. А тут уже начинаю глина, солома, глина, солома, глина, солома. Потому что если просто камнями, под камнями где-то вода будет все равно проходить. Она найдет лазейку, пройдет. То есть мне так камни не уложить, чтобы они были плотно друг к другу. А здесь сделали типа дамбочки такой из камней, чтобы можно было набивать. Лучше, конечно, это вот такие вот загорительные делать. Бушки. Но у меня сейчас нет этой возможности, поэтому буду сейчас вот так вот делать. Кое-что буду показывать местами. Сейчас вот в первую очередь, чтобы мне на тачке возить глину, не руками таскать, мне надо вот эти вот жерди убрать. То есть они здесь на проволоке, на гвоздях. Выдергу я с собой взял, молоток тоже. Все это разберу, загородки, и начну возить на тачке. Единственное, плохо, что здесь вот глина сырая. То есть может на колесо налипать. Но придется постараться. Не стал больше никого отвлекать. Думаю, ладно, пускай своими делами занимается. Потому что у всех куча дел. Устиновы там у них сын. Никита строится. Новый дом себе хочет построить. С армии вернулся недавно. Игоря Барабаша даже говорить нечего. Он там все время занят. Ничуков, не знаю, не подхожу к ним, как-то он к этому не очень расположен, так я к нему не подхожу. А Игорь Глушков, он, певица, болящий у нас брат, он там своими делами тоже занят. У него теплицы, надо все там делать там у него, тем более спина у него больная. То есть выхожу один я здесь на эти работы. Ну ничего, сколько могу, сделаю. Меня никто не гонит никуда. Господь дал силы, здоровья. Тяжести таскать сильно большие не буду. Под ним отрываться. Ну вот так вот. Все. Вот сейчас. Прежде, конечно, всякого дела, как говорится, надо помолиться. Иначе без этого никак. Чтобы Господь благословил труд мой. Стою на сторону востока, вот куда сейчас камера направлена, вот примерно там в той стороне это восток находится у нас. Господь и Бог наш, слава Тебе. Прости, Владыка, и помилуй. Благослови труд сегодняшний. Да будет все во славу имени Святого. Умудри, дай мудрости во всем. Благослови руки, ноги, Господи. Разум во всем.
Благослови также всех Твоих святых по всему лицу земли, укрепи их, поддержи их, сохрани их от всякого рода зла. Даруй нам всем дойти до желаемой пристани, до Царствия Твоего. Тебе за все хвала, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Многие могут, конечно, как говорится, осудить или просто судить, что зачем ты на камеру молишься. Ну, без этого как? Люди на камеру грехи творят, беззаконие, и этим самым размножают свое нечестие за счет видео. А тут на камеру помолился, тем более Господь-то судит намерения твои внутренние. С какой целью ты это делал? С целью, чтобы людям преподать как пример, или с целью, чтобы тебя похвалили за это, что ты такой верующий? Господь наш знает и помыслы, наше сердце знает, о чем мы в этот момент думали, молились ли мы, нет, или просто о чем-то другом думали. То есть там на суде Божьем Господь все уже рассудит. Ну что, начинаем. Беру вот этот мешок. У меня завязки сделаны, завязаны. Так. Развязываем. Веревку я уже убрал, к которой тачке привязывалась. Так, что тут у нас? О, наконец-то нашел. Что-то там зацепили где-то. Что-то, не знаю. Наконец-то, слава богу, развязалось. Мешок он зацепил, порвал. Это лопата я, когда лопату устанавливал на багажник. Мешок надо убрать. С виду здоровенный такой, а так на самом деле он легкий. Вот его спокойно несу. Сейчас поднесу поближе. Но прежде надо, конечно, сперва жерди убрать. Камеру установлю, чтобы видно было, как этот процесс будет проходить. Меня уже, конечно, не слышно будет, но, по крайней мере, видно будет, как это все делается. Так. Мне нужны какие-нибудь палочки, чтобы можно было камеру установить куда-то. Вот здесь вот я ее установлю сейчас. Видно было. Мешок я сейчас уберу, потом будет мешаться для съемки. Хотя, в принципе, вроде тут это низковато как-то. Сейчас подальше сделаю камеру. Ветер все-таки прохладный, вроде солнышко светит, а ветер прохладный. Травки эти убрать надо, будет мешаться для съемки. Ой, уронил, извиняюсь. У меня чехол от камеры слетел с плеча и полетел на камеру.
Ну вот такой вот процесс. Сейчас вот сколько заснял. Я думаю, пока хватит. Или перенестись на другое место куда-то, чтобы установить камеру. Ну что, сейчас следующий этап будет. Буду собирать камни, как я уже говорю, в яму туда набросаю. А потом уже буду глина с соломой. И следующий ролик засниму туда. Ну все, с Богом.